Пока есть Людмила Юрьевна, это человек, через которого все когда-то пройдете. Ребят, я бы еще буквально два слова. Вот в продолжение, что говорил Николай Павлович. Николай Павлович, поверьте мне, не пафосные слова, не все так плохо на селе. По роду работы я очень тесно и много общаюсь с руководителями, специалистами, непосредственно хозяйств, депозит организации. И вот настолько говорят кадры, дайте нам специалистов. Предлагают, вот буквально вот недавно, в Городецком районе, хватит говорить, что у меня есть великолепный дом, трехкомнатный, в смысле, большой дом, с многокомнатный, с газом, только специалистов нужны, ветеринар, зоотехники, агрономы. И предлагаются очень даже неплохие условия. Я вам говорю совершенно серьезно и ответственно, поэтому вы не бойтесь. Не думайте, что это какой-то, не знаю, там же какие-то бесцветные села, деревни, по колено в грязи и все остальное. Конечно, есть это, где-то есть это, но тем не менее, все больше и больше всего-всего самого хорошего, поэтому и условия неплохие, и зарплата не самая плохая, и жить на селе все равно гораздо легче, чем в городе. Вот спросите тучку студентов в городе, кому-то какие-то поддержки есть, оказывают, вот у меня сын буквально год недавно закончил политех. Поверьте мне, ничего и никак. То есть как хочешь сам. Все-таки, пускай недостаточно, пускай не в той мере, как бы нам хотелось. Все равно молодым специалистам сельского хозяйства оказывается поддержка и внимание, и правительство области, страны. Все это будет дальше. Поверьте мне, мы за свое дело болеем, мы вас любим, мы вас ждем. Обращайтесь к нам, и вместе у нас все многое получится.